Сегодня в городе Калининграде в 10 часов 40 минут по улице Спортивной двигался автомобиль марки Audi под управлением 40-летнего водителя. Выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении велосипедисту, двигающемуся по главной дороге с улицы Катина в направлении проспекта Мира, в результате чего совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летний велосипедист получил телесные повреждения. В настоящий момент проводится проверка по данному факту.